аналитика, эксклюзивы с лучшими из лучших, подробный обзор игр, инсайды, о которых ты узнаешь первым в выпусках шоу «Горячий лед». Алексей Шевченко жжет напалмом, казнит по фактам и разбирает до мелочей все самые интересные события в мире хоккея. И олимпийские чемпионы кофе в шахматы проигрывают. Всем хорошего дня. Олег Валерьевич, как прокомментируете поражение в шахматы? Был бы ты у меня на сборах, запил бы, наверное, по-другому. Так не договаривались.